ним делать? Пользуйся, не укусит. Не то, что твоя подруга. Да уж, подруга. Спасибо, мать, цены тебе нет. Выберите желаемое действие. Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая, компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи? Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств поди не терпит. Есть такое. На ВДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Так, мне пора. Ступай, касатик. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке. С литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, бабзин, такого не видел. Не до этого было. Ну, ступай, ступай. ВДНХ ждет, ага. Спасибо большое. Правда помогла. Стой! Тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Да откуда ты все знаешь-то, а? От верблюда. Передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми. Пешком до станции далеко. Раз. Кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор, если не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию.
Шпунь, не любишь, а? Thank you.
Жизнь для тебя превратит в цветы.
Свою жизнь для тебя превратить в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. И земля, и земля, и земля, видишь ты. Я уже отвратилась. У Людки на свадьбе прическа была, как в рекламе Сои Полив. Вот такую сделай, а? Чтоб утром одна была, а к вечеру другая, и цвет волос бы меняла. На обновлении коллектива, говорят, все будут. И начальство, и чуть ли не иностранцы. Не хочу, как швабра выглядит. Ой, и лак полимовский, ты пойди, да, а? Чтоб тебе! Чтобы и ноготочки тоже цвет по настроению меняли. Ой, полимеры, конечно, красота! Oh.
Станет так много, что летальный исход неизбежен. Твою мать, откуда они вообще берутся? Робот Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Надеюсь, она спит.
Доступ разрешен. Надеюсь, она спит.
Just
нами.
Надеюсь, она спит. Сохранение данных.